Всем привет! Сегодня расскажу, как проходит у нас рабочая неделя, чем мы занимаемся в свободное время на данном пароходе. Сначала расскажу про механиков. Если нет никаких аварийных работ, то работаем с 8 утра до 5 вечера. С 10 утра до 10:30 кофе тайм. Пьем кофе, чай, легкий перекус. Иногда повар там выпекает всякие штучки, плюшки. Иногда просто в чай он ставит печенье, которое закупает. Потом идем дальше работать. С 12 до часа у нас обед. С часу снова выходим на работу. Работаем до 3 часов дня. С 3 до 3:30 кофе тайм. После кофе тайма продолжаем работать до 5 вечера. После работы душ, ужин. Каждый занимается чем хочет. Я, например, каждый день после ужина иду ходить вокруг парохода, чем я сейчас занимаюсь. Каждый день прохожу примерно от 9 до 12 километров. После того, как походил, погулял, иду в спортзал. После спортзала душ, перекусил что-нибудь, посмотрел фильм или серию сериала и спать. Кто-то после ужина собирается в ТВ-руме, смотрит фильмы, кто-то в каюте смотрит фильмы, кто-то читает книги, кто-то ходит в спортзал, кто-то играет в игры и так далее. Вахтенный механик с вахтенным мотористом каждый день делают обход по машине с 10 до 11 часов вечера. После идут отдыхать. В субботу работаем до 12 часов дня, затем идем отдыхать. В 3 часа дня у нас учебные тревоги, длятся они примерно до 5 вечера. Затем ужин. После ужина капитан выставляет пиво с учетом 2 банки на каждого члена экипажа. Собираемся в ТВ-руме, включаем фильмы, клипы, камеди, просто общаемся. В воскресенье, если нет никаких работ, то полностью весь день отдыхаем. В воскресенье приходит вахтенный моторист и вахтенный механик. Вахтенный механик делает обход, вахтенный моторист делает замер всех танков, записывает все показания. Также идут отдыхать. Потом в 4 часа вечера и в 10 часов вечера делают обход по машинному отделению. Второй механик вахты у нас не стоит. Конечно, если есть какие-то аварийные работы в воскресенье, то все выходят и работают. У штурманов, в отличие от механика, выходных нет. Каждый день они стоят вахты. На этом пароходе 3 вахтенных штурмана, старпом и капитан. Старпом вахты не стоит, штурмана стоят вахты 4 через 8. 4 часа вахта, 8 часов отдыха. Потом снова на 4-часовую вахту. Ну, как-то так у нас проходит вся неделя. Всем пока.